Once I grow Hero Rush offline, number 6911, 2 mineral water will take 2 hours and 5 minutes. Всем привет! Как вы уже поняли, мы находимся в Кавказских минеральных водах, Ставропольский край. И как вы видели уже, это гора Эльбрус. Мы сейчас направляемся с дочерью в небольшой город, расположенный у подножья горы Железной, это Железноводск. Город-курорт, который славится своей минеральной водой, а именно всем известной Славяновской и Новотерской. Железноводск – город небольшой, но с очень красивым каскадным парком на территории крепости эмира Бухарского. В этот город приезжали лечиться Пушкин, Лермонтов, Толстой и много других знаменитых писателей. И вообще в 19 веке самый посещаемый город был. Кому понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и продолжайте с нами путешествовать. Мы посетим несколько городов и все вам постараемся показать. До новых встреч. Пока-пока. Приятного просмотра.